Всем привет, с вами Айка, добро пожаловать на мой канал. Прежде чем начать этот мукбанг, мне бы хотелось поблагодарить всех вас за вашу поддержку, за ваши просмотры, за хорошие слова, которые вы мне написали в Инстаграм. И хотелось бы попросить, кто все равно меня смотрит, пишет мне хорошие комментарии, ставит лайки. Я буду безгранично благодарна, если вы еще и подпишетесь, потому что 60% моей аудитории смотрит меня, к сожалению, без подписки. Будет очень приятно. Вы знаете, что у меня мечта — получить золотую кнопку, и мы по чуть-чуть двигаемся в этом направлении. Итак, сегодня что у нас? Я взяла вот такую елочку, но я не совсем поняла, что это, но в общем будем пробовать и посмотрим. Здесь у нас виноград. В этом году, кстати, впервые буду пробовать виноград. Супер! Хотя в деревне был виноград, просто не до винограда было. Он просто так и остался там висеть. Дальше я взяла себе вот такую штуку, не помню, как она называется. Это не шаурма. Как сыр тянется. Взяла такое пирожное. Мою любимую пиццу. Когда я училась в школе в 7 классе, у нас в столовой продавалась эта пицца. Это просто была моя любимка. В школьной столовой, даже если это невкусное что-то, мы были настолько голодными, что нам казалось все вкусно. Нам было очень легко угодить. Я помню, в столовой самое дорогое — это была пицца. Мы с подружкой покупали одну на двоих, делили и кушали. А вообще у меня всегда были деньги на столовку, но я всегда эти деньги откладывала. То есть, например, у меня в кармане, к примеру, $1. Половину я потрачу, половину я отложу. Эта схема работает по сей день. Даже сейчас, не в зависимости, сколько я зарабатываю, все равно каждый месяц я энную сумму всегда откладываю. Некоторые мне там пишут, там последние деньги отдала на золото. Поверьте мне, это не последние деньги. Я всегда расходую деньги, исходя из своего заработка. Вкусно. Кофе сделала 3 в 1. В последнее время все больше и больше задумываюсь купить себе кофемашину. Если даже не сюда, но можно, когда я буду выходить замуж, купить себе как приданное. Не знаю, как у кого, но у нас в таких местах, как Starbucks, сейчас так дорого кофе. И люди все равно идут. И сказать, что там сидят прям такие богатые люди, нет, ничего подобного. Когда я училась на первом курсе, мы постоянно сидели в Старбаксе, но там цены были в 2 раза дешевле, даже в 3 раза дешевле. Сейчас просто сумасшедшие цены. Не знаю, как вам. Мне гораздо приятнее все заказать дома, сидеть себе и кушать. Опять же, это дело вкуса. Когда училась в универе, опять же, хотелось попонтоваться, там, выложить в Инстаграм, что я сижу в этом заведении, я была в том заведении. А сейчас прошло время, как-то все равно такие вещи.
Лишь бы мне было вкусно. Конечно, да, с подружкой там порой хочется куда-то сходить. Но это чисто, чтобы поболтать, вот реально. Чтобы посидеть в спокойной обстановке, поболтать от души. И заодно покушать. Давно я не отвечала на комментарии. Точнее, мне девочка написала в Инстаграм, даже на мой пиар-аккаунт, свой вопрос. Передаю тебе огромный привет. Девушку зовут Милена. Милена, тебе привет огромный. Здравствуйте, Айка. Очень интересно было бы узнать, было ли у вас чувство зависти? Например, ваша подружка вышла замуж или знакомая, и у нее уже дети, большая семья, а вы, например, одного возраста, и у вас этого всего нету. Вот вы не поверите, но скажу честно, я смотрю на своих знакомых, так скажем, у которых есть семья, дети. Все эти заботы, особенно если несколько детей. Я вот клянусь, я просто с облегчением думаю, как хорошо, что у меня всего этого нету. Потому что дети растут, и потребности тоже растут. У детей появляются хотелки. Кто-то хочет айфон, кто-то хочет, не знаю, перевестись в другую школу. Чуть старше становятся, хотят машину, например, да? И когда ты не можешь дать своему ребенку то, что он хочет от тебя, человеку становится обидно. Поэтому я... Ну, во-первых, мне не 35, чтобы, например, все мои знакомые уже умеют взрослых детей и так далее. Если взять мой универ, ну, наверное, процентов 10 только девчонок замужем. Может, я не знаю, там, не знаю, не общаюсь, да. Многие считают, что на Кавказе, ну, возможно, в Дагестане, в Чечне так. Но у нас в Азербайджане, в Баку такого нету, что девушка сразу выходит замуж. Не то, что как бы все вышли замуж, я одна осталась. Каждый человек решает сам для себя. Ни капли у меня зависти нету в этом плане, наоборот, я счастлива, что у меня нету семьи. Вот представьте на минутку, я бы лет в 19 вышла бы замуж, у меня бы не было канала, у меня бы не было любимого дела. Я бы была погружена в семью. Я рада, что этого нету. У меня, знаете, к чему всегда возникает зависть? Признаюсь вам честно, у меня зависть возникает к людям, которые очень бережно относятся к своим вещам. Я смотрю блогера, видела ее видео лет 7 назад, она заказала набор для маникюра, ну, то есть набор для гель-лака. И плюс-минус эти 7 лет назад я тоже заказала себе такой же наборчик. Я смотрю, что у меня от этого набора вообще ничего не осталось, даже лампа не осталась. Где-то что-то потерялось, сломалось, я сама выбросила. А блогер, когда показывал свою комнату, точнее, она делала хаус-тур, и она показала в ящиках все эти вещи, которые у нее остались с этого набора. То есть за 7 лет она сохранила все эти вещи. Я всегда завидовала этому. Возможно, это связано с детскими травмами. Вся мама говорила, что ты, Маша, растеряешь, и все ломается, все портится. У меня была одногруппница, и мы с ней вместе заказывали косметику. И заказывали одно и то же. У нее набор кистей, и у меня набор кистей. У нее все кисти оставались прям в идеальном состоянии.
Не то, что она им не пользовалась, она пользовалась, просто клала на место. А у меня уже через пару лет там осталось буквально 3 кисточки из всего набора, состоящего из 30 кистей. Я всегда смотрела на таких людей и завидовала. Пыталась подражать. Но нету во мне этой аккуратности, как я не стараюсь. Все у меня вечно теряется. Даже элементарно в квартире теряется. У меня была юбка, которую я заказала с Али лет 5 назад. Даже, по-моему, снимала вам обзор. Нет, тогда у меня канала не было. В общем, я купила эту юбку, и в этой юбке никуда не шла. Я была дома. На следующий день я не смогла найти эту юбку, но я подумала, наверное, куда там положила, найду. Прошло 5 лет, и до сих пор я не нашла эту юбку, представляете? Ни разу не носила. Слава богу, юбка была недорогая, копейки стоила. Просто мне интересно, куда она подевалась. То же самое, один раз у меня блеск потерялся. Вообще много чего у меня теряется. Я всегда белой завистью завидовала людям, у которых такой проблемы нету. У которых, вот, например, что-то купил ты, и годами это все лежит, хоть и не нужно. Аккуратненько в шкафчике все лежит в отличном состоянии. То же самое, например, в школе. У меня пенал с всякими фломастерами, ручками. В сентябре у меня всего дофига. В конце уже августа ничего не осталось. Не потому, что все закончилось. Потому что я не знаю, куда делась. Еще я всегда завидовала всю жизнь девушкам с чистой кожей. Я шла по улицам. Не то, что лицо как фотошоп, просто я хотела лицо без сыпи. То есть то, чего у тебя нету, ты завидуешь другим. Вот шла девушка, например, по улице, я видела, что она без макияжа. Пусть даже у нее синяки под глазами. Это фигня, это норма. Просто то, что у девушки нету сыпи, пухей. Я всегда завидовала. Виноград, конечно, очень вкусный. Я не совсем поняла, что это и как это кушают. Давайте попробуем. Очень странно. Папа, когда приезжал из России, привозил конфеты. Россия щедрая душа. Они были маленькие, но точно такие же. Сладко. Я завидовала девушкам с ровными зубами. Короче, все, что у меня не было, я завидовала. Потом я начала носить брекеты. И более-менее с зубами вопрос решился. Не могу сейчас похвастаться идеальными зубами, но я носила брекеты 3,5 года. И как-то хоть частично вопрос решился. Еще плюс брат, который постоянно мне говорил, что ты кривозубатая.
как только я улыбалась, брат говорил: рот закрой, зубы видно, рот проветришь. Я просто, когда улыбалась, уже делала вот так вот. И потом сняла брекеты. И уже норм. Вот это, кстати, штука. Мне она понравилась на прилавке. Но мне кажется, она не первой свежести. Посмотрите. Может, так и должно быть. Я не знаю, может, я ошибаюсь. Фиг знает. Попробуем сейчас. Ну, вот эта штука мне понравилась. Она, кстати, стоила не очень дорого. Но неплохо. С чаем можно. Чему я еще завидовала? Я завидовала девушкам, у которых нет проблем с волосами на теле. Я во время физкультуры я старалась самой первой прийти в раздевалку, быстро переодеться, чтобы меня никто не заметил. Это реально для меня был квест. Я очень боялась, что люди увидят мои волосы на руках. Носила кофту вот с длинным рукавом. Мои хорошие, если у вас в классе есть девочки, у которых проблемы такого характера, не издевайтесь ни в коем случае. Потому что этот вопрос решается просто в миг. Нужно просто время. Так, попробуем. Пахнет прикольно. Но жалко, что там нельзя было потрогать. Если можно было потрогать, я бы не взяла. Мне кажется, не первой свежести. Не знаю, мне не нравится. Я не пойму, так и должно быть или просто не свежее. На этом, пожалуй, все. Я поела, наелась, было очень вкусно. Обязательно ставьте лайки, не забывайте подписываться. Всех люблю, с вами была Айка, пока.